Везет же людям. А что случилось? Девчонку, которая ехала со мной в одном купе, заметил? Ну, фирменная такая девочка, да? Что с ней? Выиграла в спортлото 20 тысяч. Да ну? Угадала 6 цифр из 6 в 2 вариантах. Я спрашиваю, есть справедливость на свете? Но зачем этой девчонке 20 тысяч? Ну, не скажите. Деньги, они никогда никому не мешают.